بعد هذا الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. يعني لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه وأركانه وواجباته ومكملاته وتنتفي عنا الموانع المبطلات الصلاة. То есть вторым столпом ислама является это выполнение молитвы, выполнение намаза, да, ас-саля. То есть выполняем его в том виде, в котором от нас требует шариат, выполняя все столпы, все условия, все обязательства и желательные действия, и также должны отстраниться от всего того, что может препятствовать этой молитве. من السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل المساجد مصليات مثل مصلى في البيوت تطهر وتطيب وتنظف وحتى يعني يكون هذا المكان لعبادة الله. نعم. Также то есть пророк сам нас научил тому, что мы должны в доме выделить место, как сделать, как мечеть нашу, чтобы это было чистое место, в котором мы поклоняемся Аллаху, то есть какое-то определенное место, как выбрать ее для себя молитвенной. يعني أجعل هذا المكان للصلاة وأضع فيه مثلاً المصحف والكتب حتى يكون هذا المكان يعني للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. То есть в это место выделить специально для места, в котором поминаешь Аллаха, читаешь Куран, допустим, поставить в этом месте Куран и книги, то есть и заниматься чтением Курана именно в этом месте. إذا اجتمع النساء и когда женщина собирается большой группой, допускается, чтобы они молились джаматом. لكن في هذه الجماعة الإمام للنساء يعني مرأة تكون منهم تكون في الصف الأول في وسط الصف ولا تتقدم. Однако, говорит, в отличие от мужчин, женщины, когда молятся джаматом, имам, который выходит, женщина имам, она не выходит вперед, она стоит в первом ряду.